Какой район, где мы находимся? Ильича, Никопольский, 141. Ага, пятый подъезд. Готовим. На костре готовят. Готовим. Добрый вечер. Добрый, добрый. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Моей больной не дадите. Разрушенные дома. Бери хлебушек. Маме отдам. Хлебушек бесплатно. Берите, берите. Можно, можно, давай, если просят еще, давай еще. Ну, прям по много не давай, конечно, а если просят, по второму давай. Дайте женщине с мужчиной тоже. Можно, можно, возьми. Вот, вот перелазит бабушка. Ох, они перелазят. Давай туда, да, чтобы они не перелазили. Илья, ты не отходи, там разве. Спасибо, зайчик. Ой, а вы, может, грешники дадите мне чистые. Можно, можно еще. Берите, берите. Спасибо большое. Ой, как хорошо. Два хлебушка дай. Так. Вот, возьмите. Ну, все, спасибо, что есть, у нас хлебушек спасибо, остался. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Да, я спасибо, себе буду. Да. У нас просто уже не осталось, да, конфет? Иди, я тебе хлеб. О, посмотрите, смотрите, сколько людей. Смотрите, сколько людей пришло. Там хлеб дают. Дай, дай мне два хлебушка. Олечки, батончики. Дай мне два. Давайте, Олечки, батончики. Сейчас, я той бабушке там одну отнесу. Кристина! Бабушка, я вам несу. Чтобы, да, а то там может не хватить. Давайте в пакетик. Это два хлебушка свеженьких. Так, давайте вот так одну. Так, и вторую. Спасибо. Все, хорошо. Пожалуйста. Сколько я? В смысле, это бесплатно? Ну просто, да, люди собрали денежку, и мы, да, ну у нас хлеб только остался. Бесплатно, конечно, бесплатно. Во. Все? Идут, идут. Сколько осталось? И все, да? Да, это последнее. Улыбаешься? Молодец. Улыбайся всегда. Да, давай. Мы здоровы. Последний, последний, подходим, забираем. Вон там еще люди идут. Нужен хлебушек? Обязательно. Сейчас я посмотрю, никто больше не спешит. Не знаем. Мы не знаем. Мы всегда по-разному, по разным районам. Простите, но... Всем привет. Мы еще в Мариуполе, но мы уже все раздали. И сегодня был один из лучших дней в моей жизни.